Всем привет, с вами Артур, и сегодня у меня в ремонте Volvo V70. Итак, поврежден правый бок, переднее крыло буду ремонтировать, передняя дверь меняется, задняя тоже меняется. Ну и задняя арка, точнее низ задней арки с крылом, тоже куском поменяем. Ну что, разобрал, и теперь для начала мне нужно вытянуть среднюю стойку. Стойку вытянул, теперь вытягиваю заднюю арку. С задней арки удаляю поврежденный металл. Что удалил, это часть донора, из которой будем брать целенький металл, и вот он уже отсверленный. Вот таким куском я буду его менять, но сначала мне надо выровнять порог, то есть верхний металл. Равнять буду при помощи споттера. Итак, порог подровнял, вытянул, теперь примеряю двери, переднюю, затем заднюю дверь примеряю и будем смотреть зазоры.
зазоры, можно сказать, никакие. Три удара потянуло двери вместе с петлями, а петли здесь вареные, поэтому будем регулировать петли при помощи кувалды. Двери выставил, теперь буду ремонтировать крыло. Ну что, крыло отровнял, зазоры все выставил, двери все повесил. Теперь можно и кусочек арочки приварить. Вставляю закладки, затем арочку и свариваю ее. В этом есть немного трамплинчик, подтягиваю его и довариваю. Итак, все сварил, все зачистил, загрунтовал, зазоры все в порядке. И на этом кузовные и моя работа закончены. Ну а я с вами прощаюсь, с вами был Артур, подписывайтесь на мои новые видео. Пока!